А вот премьер Владимир Гройсман предложил продолжить реформирование местного самоуправления. Он настаивает на подписании меморандума со всеми, кто участвует в децентрализации. Глава правительства считает, что это позволит достичь окончательной цели создания сильных территориальных громад. В проекте госбюджета на следующий год, напомню, заложено почти 2 миллиарда гривен на формирование инфраструктуры ОТГ. Нам потрібно ліквідувати дублювання функцій районних рад, адміністрацій. Там, де в межах одного району вже створена одна, дві, три і більше громад, там має бути повсюдне, повноцінне місцеве самоврядування на базі об'єднаних територіальних громад.